Добрый день, дорогие друзья! У нас 14 февраля, день Святого Валентина. Только что мы встречались с нашими друзьями из Украины, а сейчас мы идем на встречу и на обед в итальянский ресторан. Нас пригласили тоже наши зрители. Они у нас вчера были в гостях, поэтому вы их видели. Это путь к итальянскому ресторану. Леночка и Игорь. Здрасте. Блогеры вот так поворачивают камеру, когда обнимаются. Вот они так обнимаются и вот так вот, вот так обнимаются. Вот. Итальян ресторан. Открыт до 1:30. Nice view. Мы можем смотреть. Самади Саи, родители Саи Бабы. Там Ганешек. Да. Ну, они все одинакового размера, по-моему, да. Вот я шестую, наверное, возьму. Угу. Фантазия. Пицца Фантазия. Yes, I take this. For you okay this? You will take spaghetti? Uh-huh. And for me lemon soda. Лена говорит. Заново. На бис. На Рамболе, да, постоять удалось на гвоздях. То есть это первый раз мой был. И до сих пор на ногах мозоли вообще такие. Да ладно. Да, больно прям ходить. А просветление-то получила? Хорошо, больно так помедитировала. Вот, стояла, пока казалось, что боли чувствовала как будто всегда, всю жизнь. Так, сейчас как-то как будто боли вообще не боюсь. Даша тут встретили, кстати. Да? Даша, да? Даша за компанию постояла. Молодец, компанейская Даша на гвоздях за компанию. Ну, вообще, так интересно медитировать, стоя на гвоздях. Вы не пробовали стоять на гвоздях? Я стояла, мне так, себе удовольствие. Это точно. Конечно, кто там, знаешь, мне кажется, каждый нет-нет, да и решится постоять на гвоздях, если на Рамболь приехал. Ага, thank you. Посмотрим. Это лимон, это сода, лимон сода. Кому надо сахар, он сказал, вот сахар сами себе кладите. Кому надо соль, тоже сами себе кладите. Почти что идеальный стаканчик. Почти. Саши, вот ньюс. Да что ж такое? Вот как не спрошу, он всегда говорит, ничего особенного. Я говорю, какие новости? Ничего особенного. Он только начал читать. Это твоя фото, да? Это к вам наш Патрик пришел. Какое хорошее фото. Слушай, обезьянка четкая, остальное такое все как бы в дымке. И весь фокус на обезьянке. Здорово. Ну, что-нибудь ей удалось поживиться? Бананом. У нас бананы были раздавлены. Положили на подоконник, и одна обезьяна залезла к нам прямо в дом. Она хулиганила, быстренько кинула ей банан, испугалась просто очень сильно. Кинула банан, та схватила и убежала. Ну, чтобы дабы она там ничего еще не схватила.
in China, almost 6 people, they find 59,800. And only died is 1,367 up to now. I'm sure it's 1367 человек, говорит, в Китае умерло, но я, говорит, уверена, что намного больше, ну, из-за коронавируса. It will be more because it's cold with the air. Он говорит, я думаю, это больше, потому что это же распространяется по воздуху. Ну, а something good news? Good news? I'm ready to eat, my God. I am hungry. In newspaper, never good news, darling. Because yes. Никому не интересно читать хорошие новости, поэтому в газетах хорошие новости не очень печатают, говорит. Никто не платит за хорошие новости. So there's never good news. Один министр 2000 кро, 2000 кро рупий украл. Это где-то 30 миллионов долларов налички. И что ему за это будет? What will happen with him? И not kill him. Ну а чего, в Китае расстрел бы за такое был. In Russia, they kill if they find money. Now we stop this, like, как наказание, по-английски, не знаешь? Punishment. Now we stop this punish. У нас сейчас нет в России смертной казни, да? Дяденька вот тут просил newspaper. There's always penalty, there's a tax, if you can prove, if you cannot. А кто это? Это кто? Зайчик с одним глазиком? А у меня есть мартышка с одним глазиком, глазик потерялся. Надо у зайца глаз отнять и мои мартышки отнести. Ой, нет, у меня мышка, не мартышка, а мышка. Заяц. Ну, я не знаю, ладно, живи с глазиком. Самади closed. Здесь Ганеша закрыто, и вместо самади днем оно закрыто. Сейчас, наверное, 12:30. Ну, расскажите мне, ты говорил, что ты музыкой занимаешься. Ну, какой ты музыкой занимаешься? Какой инструмент? Что за музыка? Инструмент, бас-гитара. Бас-гитара? Сам один или в каком-то ансамбле играешь? Ну, раньше играл в ансамбле, сейчас пока нигде не играю. Угу. И в разных стилях играл. В основном тяжелая. Такая музыка. Рок. Сам стал учиться или родители? Нет, У меня отец, он как бы тоже, можно сказать, музыкант. Ну, любил тоже. Мы все время с этой женщиной встречаемся. Иностранка. Да, yes, always. He also musician. He working on electric and musician. It's hobby, да? Хобби музыка. What do you play? Гитар. Ты с собой привез гитару? Нет, это ошибка была большая. Надо было привезти. Ну, просто у нас такие чемоданы. He sorry, it was mistaken, he not bring, but now he think he have to bring. На рамболе мог бы играть, а может быть и зарабатывать бы. В аренду взять. Some people do. They wanted to rent, but they didn't find. Some people they do play, they go to restaurant. Ну да, да. Там же многие подрабатывают в Арамболе музыкой. Музыкантов нашел уже группа, тоже есть. Ну вот что-то, так вот у них бы и спросил, где взять в аренду. А я спрашивал, мы ходили, узнавали там, говорит, невозможно здесь, говорит, взять. Ну я подходил к продавцу музыкальных инструментов, говорит, типа, невозможно. Ну люди со своим инструментом, да, путешествуют. А ты поешь ему, наверное, нет? Ну я такая тоже самоучка, нигде там. Или играешь? Нет, я тоже пою. Пою, да? Я на барабане, так у нас дома этот, как он там? Джембе. Джембе, да, вот на нем барабане там. На варгане. Саша, наверное, знает, да, такой варган? She also the drum and варган. Да, немножко где-то.
play. Вообще, где путешествовали, в основном всегда привозим какие-то инструменты. Вот такое у нас увлечение собирать инструменты из тех стран, где побывали. Из Шри-Ланки, получается, джембе привезли. Ну, в Таиланд ездили, там дудочка какая-то. Много трубочек. И вот так вот крутительная. То есть они разных размеров, она такая круглая, трубочки там. Я не помню, как он называется. Да, такое сложное название, запоминающееся. Ну, такой интересный звук, как китайская музыка. They bring from each country, they bring something new, musician instrument, different from Thailand, different from Sri Lanka, different. In India, they have in Rajasthan, the small one, you know? В Индии, в Раджастане есть очень простой такой инструмент, совершенно простой. Тоже. Вы не были еще в Раджастане? Нет, еще не были. Тоже хотим на севере побывать. Сейчас там холодно пока что. Саши вот приехал недавно из Раджастана. Холодно. Надо, когда теплее туда ехать. А мы что-то и теплую одежду не взяли. Ну, так вы же ехали сюда, на юг, где жарко. Ночью, вечером прохладно так же. На мотоцикле, на мопеде в основном передвигаемся прохладно. Не знаю, что на мото будет прохладно. Вообще даже. Вы потом вернетесь же, да, в Гоа? Да, вернемся. У нас там дом снят. За сколько вы там дом снимаете? Сначала за 10. За 10? Сейчас не знаю, там он вроде за 12 хочет. Я думаю, просил 14, сейчас уже за 12. Раз за 3 месяца, получается, нам скидку сделал. Ну там такой как бы красивый, светлый такой, на третьем. На третьем, да, это же? Там, на третьем. Там как большая, одна комната, две комнаты? Две комнаты, кухня. Далеко от центра? Получается, да. Ну, где-то минут 5, может, ехать. Деревня Каргау, вы же слышали? Пернем Роуд. Пернем Роуд, да, ага. Да. Там же, наверное, где Катюшка, вот по дороге соседи. К ней. Да, соседи. Да. Вы в одном доме, что ли, с ним? На одном этаже сейчас будем жить даже. Она приехала вчера ночью, она оставила. Мы еще не тоже. Встречались. Не встречались сейчас. Не удалось нам с ним встретиться, не пересекаться. Хотя говорю, что времени нету, и как-то получилось. Ну вот вы здесь в ашраме пересечетесь, потому что они сегодня там расположились. А сегодня мы с ней созвонились, она говорит, мы заселяемся. Саши, может быть, ей поищет в аутсайде жилье, она хочет здесь на подольше тоже снять. Маргарита Фуги. Ой, они совсем маленькие, меньше, чем я думала, да. Я вам показывала, кажется, крупнее. Я вам показывала размер этой тарелки. Но они вкусненькие все равно. Папочка, угощайся. Запах лука, правда. А ты какую с грибочками заказала, да? А я с оливками. Ну, это пицца в два раза меньше, чем вот в Арамболе мы в пиццерии. Там пиццерия, и она была вот такая огромная. Да, но очень тонкие они там были. Давай, угощайся. Приятного аппетита. Тут напечь. Ой, совсем мало осталось. Я с вами поделюсь. Не надо. Он же со мной поделится макаронами. Давайте за Happy Valentine Day. Счастливого дня Святого Валентина. Да, а что у вас? У вас пусто. Давайте я вам чуть-чуть налью. Ага. И заново, да. Отмечаем День Святого Валентина. Путапарти, февраль, Индия. Паста камин. Да, окей, ага. Пилите, Шура, пилите. Пили. Половинка же моя. Ну, ты мне помогаешь.
подожди. Ага. И панирчик. I like very much. Я люблю сыр. Виз или паспортов? Мы про два разных паспорта, не про визы, а про паспорта. Причины. Мы сейчас спорим. Саши говорит, не может быть два паспорта. А мы говорим, сейчас в России можно два заграничных паспорта иметь, да? А какие причины? Почему? Вот есть несколько причин. Первое, получение одновременно двух виз в разных консульствах. Это, видимо, две визы, что... А, две визы. Да, угу. В разных консульствах. Вторая причина – выезд за границу в то время, когда паспорт находится в консульстве или в посольстве. Вдруг срочно надо куда-то там выехать, пока второй паспорт в консульстве или в посольстве находится. И третья причина – выезд в страны, которые находятся друг с другом, скажем так, не очень дружественных отношениях. Вот как я ему и сказала. Он говорит, а ты поедешь в Индию с одним паспортом, потом с другим. Я говорю, в Индию я поеду с одним, а в Пакистан я уже поеду с другим паспортом, если что. Три reason, they tell, три reason. Ну да, хорошо. Да, и еще есть две причины. Это либо если у вас закончились чистые странички в первом паспорте, при этом там есть действующие визы. И пятая причина, если вы захотели просто выпендриться, так и написано. Так что можно... В общем, типа у меня два паспорта, выпендриться. А значит, визы действуют... А вы знаете что? У меня... Так, чистые странички. Как это виза действующая? А, виза действующая, а чистые странички закончились. Все понятно, да. Мы когда в Финляндию ездили же каждую неделю, поэтому у нас быстро заканчивались паспорта и чистые странички заканчивались. Приходилось делать новый паспорт все время. И потом на новую визу подаваться. То есть просто так тоже можно сделать второй паспорт? Даже если нет каких-то прям таких оснований? Even without reason you can make other passport and travel. As I told you about India, I know 100%. Even Germany, when they see my passport number, it's put in computer. And they want to see when I go out, they want to check. Same thing when I go to Petersburg, they see my passport number, they give me one slip to write. When I go to police, and same thing. Спасибо большое. Спасибо за все, за то, что видео снимаете, много людям рассказываете про путешествия по Индии. Очень интересно смотреть себя. Да, позитивные люди, солнышки. Спасибо. Еще нравится, когда вы говорите всем пока и немножко еще показываете после слоя. Да. Вчера почему-то смотрели последнее видео, этого не было. А что-то, что там было за видео последнее, про что? Саши спал. Как спал? Мы смотрели «Рождённый для поездок» по Париж. Это два мальчика. They tell thank you for our video, and they tell they like when we tell okay, bye-bye everybody, and after we little bit show more video. Нет, ответ сейчас спал, если Ирина пришла к нам, «Рождённый для поездок». Нет, это потом уже. В смысле, в конце. Да? Тоже такие интересные они. Добрые парни-то. Хорошие, да, такие прикольные. И так их это испытания такие интересные. Ну, как раз хорошие испытания для молодых людей, когда еще и во все это вляпываться. В шутинги, в гречку, в гуа, в болезнь, во шраме. Самое то. Thank you very much. Спасибо большое за приглашение. Папа, your bag, don't forget. No, так, у зайца глаз не будем отрывать? Пусть заяц живет с глазом в пользу моей мышки. Люди, я шучу, я ни за что бы не оторвала глаз у зайца. А то Сайрам, nice to meet you, fine. How are you? Nice to see you. Yes, nice to see you. When you come next time? Oh, in March, I think we will come next time. But now we will stay up to Mahashivaratri. Wonderful. Да, meet you in Mandir. You know Vijayamma? Aha. Up in Vijayam. She's coming, no? Ah, nice. Ирина, мне кажется, здесь.
А ты хочешь посмотреть? Так, здесь выход с Казани, но... Ну, здесь не выход, а здесь тоже на балкончике. Почему это не смогли? Ну-ка. Транспортироваться, прыгать будем с балкона, да, на веревке. Почему вы не смогли выйти? Вы не сюда рвались? Да, мы туда ходили. А там лестница есть, еще легче. Но вы молодцы, вы не ищете легких путей. Давай. Подождите, он сейчас купит вам коробочку. Ну, сувенир-то нужен какой-нибудь? Мы выбираем. Ага. Это для вип-пути хороший. Еще, говорит, возьми одну. Бабу мы хотим, сайбабу. Четыре. Вот такие сувенирчики здесь продают. Миленькие. Вот такие медные горшочки. Сегодня спрашивали у меня в комментариях медные горшочки. А такой горшочек есть почти у каждого индийца. Они утром сурьян делают намаскар, приветствуют солнце и поливают чистую воду из окна там или глядя на солнышко. Вот Саши каждое утро делает так. Да, это такая пуджа. У кого-то поменьше вот такие медные горшочки. Если путешествуешь, можно брать вот такой маленький. Да. А это кто? Лакшми, да? Ну, Лакшми. Биг Будда. И браслетики. This is for Rakshabandhan, no? Not for Rakshabandhan. Ну, это просто браслетики на... А что такое Rakshabandhan? Rakshabandhan – это праздник, когда... В августе праздник, когда сестры повязывают браслеты братьям. И родные сестры, и названные у Саши. Вот несколько соседок там попросили, можно он будет моим братом. Вот и повязали. Девочки русские присылали ему браслетик, чтобы он стал названным братом. И в индийской истории даже были такие случаи, что девушка, если... К ней кто-то сватается, но она не хочет замуж за него и обидеть не хочет. Она ему повязывает браслет сестры. И даже иногда там царственные особы начинали войны ради своей названной сестры, чтобы защитить ее честь, если что-то случалось. Вот. И он хранит эти браслетики. Они их одевают, такие хвастаются, меряются, у кого больше браслетов, особенно молодежь. Вот. Rakshabandhan. 250. Смотри, Леночка, как прямо твой размерчик. Ну, да. Хлопок или синтетика, что-то понять не могу. Ну, не знаю, смесь какая-то, но приятная, она как джинсовая такая. Mm-hmm. Вообще 150. Легкая такая. Сайрам. Да, я тоже домой пойду. Куда мне еще идти-то? Поели. Ну, поели, теперь можно и поспать. Да. Там поспали, теперь можно и поесть. Вон инструменты, видели, да? А, закрыто, it's closed. Nothing for rent. Ну, ничего, там в аренду нет инструментов. В следующий раз со своими приезжайте. Да, это точно. С гитарами, барабанами. Now said bye-bye to them.
До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, 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 да. Вот, вот так, вот так, вот так. Спасибо. По-блогерски. Давайте увидимся. Ага, счастливо. У вас есть наш телефон, если что. Да, хорошо. Ага. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Все, мы идем отдыхать. Сайрам, сайрам. Сайрам. Ирина. 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 Шаши. Чао. Что, пешком пойдешь? Ну неужели? Ну-ну, говорит. Нет, говорит, не поедем. Прямо удивительно. Обычно после еды мы такие лези-лези. Very good food. Очень вкусная. Пицца по размеру, правда, маленькая, в два раза меньше гуанской, но очень вкусная. Тесто такое прямо рассыпное какое-то необычное. Сэра. Девчонки шопятся. Здравствуйте. Отлично, спасибо, хорошо. Сумочку выбирают, аж присели на табуреточку. Сайрам. Мне кажется, я девушку помню, которая поздоровалась. Вроде бы Катя ее зовут. Не уверена, очень-очень много людей как бы встречаемся. Но кажется, я с ней знакома. Очень многие и незнакомые здороваются. Но думаю, с ней мы виделись. Where is my bread? А, brought home. А это что? Welcome to Comac. А, water plant. Вот. Это вот, наверное, как раз эта церемония, что сегодня проходила. Сайрам. What they write? Something? Opening церемонии. Церемония открытия. Ну где? Сайрам. Очень хорошая вода. Очень хорошая вода. Фильтрованная вода. Вот это вот. Давай. Вот 2 рупии. Одна бутылка большая, 2 рупии всего. Это важно для бедных людей. Это очень важно. Сахар нам надо. Прямо рядом с нами такой маленький магазинчик. Все необходимое тут можно. У них есть ксерокс. Одна сторона 2 рупии. Две стороны 3 рупии. Все, отпраздновали открытие фильтра с чистой водой питьевой. Что за эта машина? Стоит и стоит. Она давно капут, но она тоже, наверное, ксерокс, копи. Ее ремонтировать надо. Да, ну как иногда машина ржавая уже стоит где-нибудь в городе. Год, два, три, четыре, пять. Сайрам. Сайрам. Баба, help us with our light, with elevator. Thank you. Ой, не умничай, а то сейчас остановится. I want to lie down now. Да, нам срочно надо доехать. Buddha is very happy. Ага. И просто лечь и отдохнуть. Паста вкусная, and пицца вкусная. Пицца вкусная, but pasta more вкусная for me. Паста для него более вкусна, чем пицца. Ура, мы доехали.
лампочки не застряли, и свет не отключили. Все, мои дорогие друзья, счастья вам, здоровья, добра, процветания, радости, гармонии, всего самого наилучшего. Мы пойдем отдыхать. Он говорит, мой Будда счастлив, это у него вот животик. Там пицца, там паста. Where is your Buddha happy? My Buddha, I tell short people. This. I know. Опять потерял? Вот мы почему поменяли замок? Потому что он потерял ключи опять. I need my keychain. My keychain I used before in school. It was very good keychain. Угу. Он брелочек куда-то потерял. Without keychain, no good like this. Конечно, not good, yes. You have to buy any now for... Uh-huh. Sugar. Вот, ну все, мои дорогие друзья. Хлеб вот он принес тот, который я люблю больше всего сейчас. Так, ну, вот хлеб. Вот такой вот. Ну, я просто люблю, чтобы темный хлеб был, а не сладкий. Ой, это мы фотографировали с девчонками, все расчистили. Конфеток теперь у нас. И в 3 часа Саша с Надей придут, или только Саша. И мы с ними будем конфетки есть. Ну, естественно, я у них возьму интервью об их жизни. А сейчас без 22 можно немножко отдохнуть. Патрик не камин? Патрик, no камин. You open, I close the window because sound was very loud. Открой окна. Я закрыла, потому что очень громко шумели. Сейчас закончилась вся эта церемония открытия. Water tena, water pipe, водопровода.